Уважаемые родители, если ваш ребенок неуверенно считает до 20, путает знаки плюс и минус, больше и меньше, если неуверенно справляется с анализом твердых и мягких согласных и вообще путает понятия гласный, согласный, звук, неуверенно читает, то у вас есть возможность помочь вашему ребенку. Приглашаем вас на двухмесячный экспресс-курс подготовки к школе. Ждем в солнечном городе.